В городском округе Люберцы состоялся этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». 10 команд боролись за право выступить в финале грандиозного проекта. Выступления ребят оценили знаменитые хореографы Егор Дружинин и Виталий Уливанов. Большой танцевальной площадкой в городском округе Люберцы стал Центральный парк. Перед началом выступлений гостей и участников фестиваля поприветствовали почетные гости и судьи. Спасибо, спасибо, спасибо. Друзья, мы очень рады быть у вас сегодня. Надеюсь, вам не так жарко. На вас падает немножко тени от этих деревьев. Надеюсь, на нашей сцене не будет слишком жарко, потому что она реально иногда жжется, нагревается от солнца. Но в фигуральном смысле, конечно, бы хотелось бы, чтобы на этой сцене было жарко. Мы сегодня, на самом деле, уже посмотрели энное количество номеров, и особая планка у нас есть. Поэтому мы надеемся, что планка будет поддерживаться. Удачи всем местным танцорам, и пускай победит сильнейший. От себя лично и от главы городского округа Люберцы я вас приветствую, от Владимира Михайловича Волкова. Всем побед, живите с музыкой и с танцем в душе. Всех с праздником! Первыми на сцену вышел образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Мастерская чудес» с танцевальным номером «Перемена». А за кулисами тем временем готовились к выходу следующие участники проекта. Мы репетировали, повторяли все-таки. Как-то, конечно, есть волнение слегка такое, но надеемся, хорошо выступим. После каждого номера члены жюри комментировали выступление ребят и давали советы юным танцорам. Даже сейчас вы продолжаете улыбаться, заряд чувствуется прям через всю толпу, даже до сюда доходит. Хотел бы предложить вам обратить внимание на амплитуду, с которой вы работаете. Сейчас кажется, что все очень сдержано. А мы же знаем, что вы молодые, энергичные, веселые, задорные. Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в 30 округах Московской области. В каждом муниципалитете выбирают один лучший коллектив, который выступит 2 сентября на гала-концерте в Балашихе. Там и определят абсолютного победителя танцевального проекта. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.